специально снимаю со вспышкой, чтобы все было хорошо видно. Малышка Спиди 25. Очень хорошее состояние. Кожаные вставки светлые. Никаких дефектов, потертости, трещин нет. Уголки целые. Немножко только стерлась краска. Но канва в полном порядке, никак не повреждена. По низу также все хорошо. Здесь уголок тоже цел. В комплекте сохранился замочек с ключами, что большая редкость. Обычно ключики теряются. С этой стороны хлястик Made In. Также светлая кожа, без повреждений. Уголки целые. По низу все хорошо. Сам низ в полном порядке. На ручках приятный шоколадный загар. Они не высушены, не поцарапаны, не повреждены. Сохранен глянцевый защитный слой. То есть она, получается, гуляла летом. Вот, но все условия хранения были соблюдены. Внутри, как обычно, колечко для крепления всяких мелочей. Кармашек. Вот здесь номерочек. Вот. Небольшие пятнышки есть на подкладке. В целом при носке их не видно, когда лежат там вещи. Также многие используют для них органайзеры для увеличения такого функционального пространства и количества кармашков. Вот. При желании можно, конечно, химчистки очистить. Со временем вот здесь в районе молнии появилась такой след. Это метина, вот, дает такой цвет. Ну, вот можно видеть здесь на хлястике. Это вот, да, позеленение меди, но они легко стираются, снимаются даже просто ноготком, то есть такие от времени. И здесь, ну, в носке это совершенно не видно, они бросаются в глаза, потому что это такое тоненькое, там, маленькое место. Ну, тоже химчистки, если отдать, то все это вместе очистит и внутри, и вот этот район молнии, это все убирается, это не проблема. В целом, хорошая сумочка, еще очень долго и верно прослужит новой хозяйке.